Новости Богородского района. Богородская43.ру. Дорогие друзья, 10 ноября мы отмечаем профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел, который люди старшего поколения помнят как День милиции. Эта дата стала официальным праздником с 1980 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Дорогие друзья, коллеги, действующие сотрудники органов внутренних дел и, конечно же, ветераны, от всего сердца я поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, терпения, уважения и всего самого наилучшего. Сквозь года по страницам истории полыхают страницы побед. Мы ищем дороги проторенной, нам грядущее выдан билет. Наш девиз – честь, отвага и мужество, наша цель – защитить от гнездо. С нами правда, закон и оружие, с нами Бог и российский народ. Российская полиция, отечество. Российская полиция, порядок всей страны. Российская полиция, отчизны часовой. Российская полиция, за жизнь готова в бой. Российская полиция, за жизнь готова в бой. Будем свято хранить мы традиции, вечно помнить ушедших бойцов. Сыновья подрастут и в полиции станут строй, заменяя отцов. И не ради наград, а по совести служим честно отчизне родной. Время пишет сюжет нашей повести, МВД наш оплот боевой. Российская полиция, отечество сыны. Российская полиция, порядок всей страны. Российская полиция, отчизны часовой. Российская полиция, за жизнь готова в бой. Российская полиция.